Вот мы сейчас наблюдаем с вами картину вывоза мусора. Приехал мусоросборщик, и из-за водителей, которые вот поставили свои машины непонятно как, с нарушением всех правил, это не парковочное место, а они вот поставили свои машины и объезжай их как хочешь. Как должны работать люди? Друзья, кто согласен со мной, что автомобили отравляют нам жизнь в прямом и переносном смысле, то есть они нам просто мешают жить, они мешают нам свободно двигаться. Поэтому присоединяйтесь к акции против автомобилей, распечатывайте листовки, которые я помещаю ссылку на них под этим роликом. Распространяйте, и будем бороться вместе. Вот этих машин здесь не должно быть. Это не парковочные места. А вот этот вот синий еще и занял место там, где съезд для колясок. То есть вот какая-то женщина с коляской, инвалид, он должен будет прыгать по бордюрам. И там тоже вот эта вот серенькая машина тоже загородила съезд, специально обозначенный для колясок, для инвалидов. Ну а тут понятно, что создание помех для работы мусоросборщика. Работу люди сделали, но они потеряли массу времени из-за вот этих двух красной и фиолетовой машины. И серая тоже там приткнулась, не пойми как. Друзья, будем вместе с вами бороться против засилья автомобилей в наших городах. Всего доброго, присоединяйтесь ко мне, подписывайтесь на мой канал. Распечатывайте листовки, будем бороться вместе.